Всем доброго времени суток! Вы на канале Топотун ТВ. Те, кто следит за нашим инстаграмом, знают, что у нас есть такой замечательный крупный самец по имени Гор. Ребята, сегодня мы хотим познакомить вас с нашим новым жителем. Его зовут Гор. Этот мальчик несет в себе ген гигантизма, и его вес достигает до 110 грамм. Вы только посмотрите, каким он выглядит большим на фоне нашей дымы. Морф этого красавца – хай-йеллоу. Многие путают ее с нормалом, но на самом деле их можно очень легко отличить друг от друга. У хай-йеллоу черных пятен на спине меньше, чем у нормала. В основном они расположены на голове, хвосте и вдоль позвоночника. Также у них ярче выражен желтый цвет. Если взрослых особей уже не трудно отличить, то вот с малышами будет загвоздка. К сожалению, это сделать практически невозможно. Сами посмотрите, как они похожи друг на друга. Единственное отличие – это то, что у нормала в юном возрасте голова светлее, а у хай-йеллоу слегка желтоватая. Если понравился ролик, ставь лайк, также подписывайся на наш инстаграм, ссылочка в описании. Ну а на этом у нас все. Всем пока-пока!